Реставраторы музея Фицуильяма Кембриджского университета на рентгеновских снимках трех его редчайших скульптур, хранящихся в этом музее, обнаружили, что они имеют довольно необычную внутреннюю начинку. Все три скульптуры, созданные мастером из пчелиного воска, изображают танцовщиц. Оказалось, что внутренний мир этих восковых девушек оказался весьма прозаичным. Специалисты выяснили, что для придания им объема автор использовал самые простые подручные материалы. Каркасом служила металлическая проволока, объем он заполнял чем придется, пробками от винных бутылок, деревянными стружками, а после этого обмазывал статуэтки воском, нанося его слой за слоем и заглаживая их вручную. Отпечатки пальцев мастера на этих статуэтках – предмет особого восхищения его поклонников. Интересна и сама история появления этих редчайших скульптур в музее. Ведь Эдгара Дега многие знают как художника-импрессиониста. Его знаменитые полотна с балеринами известны всем. Будучи необычайно наблюдательным, Дега на ходу улавливал характерные движения, жесты, позы и в дальнейшем переносил все это на свои полотна. Особенно он любил рисовать балерин во время репетиций, бегущих коней. Не уделяя особого внимания лицу или иным частям тела, он старался передать выразительное движение, неожиданную позу. Насчет скульптуры известно немногим, хотя художник создавал их на протяжении всего своего творческого периода. Но только делал он их не из таких вечных материалов, как гипс или бронза, а из пластилина или воска, иногда с примесью мягкой модельной глины. Дега нравилось работать с этими мягкими материалами, ведь при желании он мог легко что-либо поправить, и рассматривал он эти свои работы как трехмерные этюды для будущих картин. И никогда не демонстрировал их на выставках.
Единственным исключением была скульптура «Маленькая 14-летняя танцовщица», которую Дега представил в Париже на 6-й выставке импрессионистов в 1881 году, где она вызвала шквал критики за радикальный отход от традиций. Еще бы. Мало того, что сама скульптура, сделанная из пластилина и воска, казалась такой теплой и естественной, вся ее одежда была из настоящих тканей. Полотняный корсет и воздушная пачка, на ногах мягкие холщовые туфли, на голове парик из настоящих волос, перевязанных атласной лентой, что еще больше усиливало ощущение реальности. Посетители выставки и критики пребывали в шоке, работа им категорически не нравилась. Кстати, внутри этой скульптуры мастер использовал в качестве каркаса свои старые кисти. После этого Дега больше никогда не выставлял свои скульптуры, и про них мало кто знал, хотя с возрастом у него сильно ухудшилось зрение, рисовать картины он больше не мог, и занимался в основном только скульптурами. Умер художник 27 сентября 1917 года, и только после его смерти были найдены эти статуэтки, из них хорошо сохранившихся было 74. Все они также отражали излюбленную тему художника – танцовщицы, лошади, купальщицы. Для того, чтобы не лишиться и оставшихся статуэток, наследники приняли очень мудрое решение – перенести их в бронзу. И в 20-х годах прошлого века это было сделано. С каждой статуэтки отлили по 22 бронзовые копии. Одна предназначалась наследникам, одну оставлял себе летящий Гибрар, чья фирма выполняла этот заказ, а 20 копий – для продажи или передачи в музей. После этого долгое время считалось, что в процессе изготовления бронзовых копий исходные восковые варианты были разрушены. Полагали, что литейщики, поместив исходные формы в жидкий гипс, после его затвердевания вытапливали воск и заливали внутрь уже гипсовых форм бронзу. Thank you.
Однако в 1955 году дочь литейщика обнаружила в подвалах мастерской своего отца почти все восковые скульптуры, 69 штук, в целости и сохранности. Оказалось, что в свое время литейщик Альбино Палацолло умудрился изготовить формовки, сохранив при этом восковые оригиналы. Наследница выставила найденные работы на продажу, и их все скупил коллекционер из Америки Пол Меллан. Впоследствии он раздал их по музею. 3 ушли в Кембридж, 4 в Лувр, 10 достались музею в Вирджинии, а основное количество и поныне хранится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне. Таким образом, Дега бросил вызов традициям и современным методам, сопротивляясь тому, чтобы его работы были отлиты в бронзе. Поэтому глубоко иронично, что хрупкие и намеренно эфемерные, единственные в своем роде скульптуры теперь растиражированы в бронзе и представлены в публичных и частных коллекциях по всему миру. Ведь из-за своей хрупкости восковые скульптуры Дега выставляются крайне редко.